Давай, Евгений Харитон, рассказывай что-нибудь. Да, Женя, принято. Ну ты в спортативке, да, между нами горка, антенна 10 элементов у меня. Не, ну а что ты хотел? Там прямая видимость, это нормально. А давай, Жека, попробуем 433-500. Принял, да? 433-500, я там. Так, Женя, Евгений Харитон, Р3, Щука-Щука, центр, включайся. Вроде погромче, да? Ну, я так как слышал, как и так и принимаю. Вот. Ну, разбирается сигнал. А ну, еще что-нибудь расскажи, я запишу. Что-что-что, еще раз? Ну, я не слышу. Позови кого-нибудь. Так, ну, это для Жеки, и не только для Жеки. Вот связь. Кстати, ну, на 436 элементов поворачивал, но не получилось сработать. Какой позывной? А это откуда он? Какая область? Я не принимаю, Жека. Ну, в смысле, никого, кроме тебя. Сумасшедшая тропа, да? Я понял.